Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю вкуснейшие восточные сладости. Это сливочные колбаски. Их еще называют щербет или фадж. Готовлю на сгущенном молоке, поэтому не надо ничего долго уваривать. Готовится все очень быстро и просто. Получаются такие нежные. Их очень легко разрезать, разломать и откусить. Рекомендую их приготовить и попробовать. Эти сладости лучше любых конфет. Они такие нежные и очень вкусные. И в них много орехов. Для рецепта мне понадобится 1/2 кг. Измельчу в блендере орехи. Я использую кешью. Можно использовать любые орехи. Измельчаю не слишком мелко. Должна получиться вот такая средняя крошка. Попадаются и более мелкие кусочки, и более крупные. Я поставила на плиту сотейник с толстым дном и высокими бортиками. Это довольно важно. Всыпаю сахар, вливаю воду и добавляю мед. Фактически во всех рецептах восточных сладостей используется мед. Лично я считаю, что мед при нагревании не становится вредным, просто он теряет свои полезные свойства. Конечно, вы можете писать, что вы об этом думаете, в комментариях. Сейчас мне надо добиться того, чтобы полностью растворился сахар и начал слегка карамелизироваться. Можно все немного помешивать. Сотейник обязательно берите с высокими бортиками, так как когда будем варить уже именно молочную помаду, добавив сгущенное молоко, масса будет довольно высоко подниматься. Сироп начинает закипать. Смотрю, чтобы весь сахар расплавился. И теперь жду, когда сироп начнет немного карамелизироваться. Сейчас я уже ничего не перемешиваю, просто слегка покачиваю кастрюльку. Посмотрите сейчас, какой получается сахарный сироп. У меня прошло примерно 3 минуты. И вот сейчас на этом этапе я буду добавлять сюда сгущенку. Огонь можно сделать чуть тише. Вливаю сгущенку и активно перемешиваю, чтобы не подгорело молоко. Сейчас получается вот такой молочный сахарный сироп. Его надо уварить, чтобы он стал гуще и поменял свой цвет. Фактически все время его надо перемешивать, чтобы молоко не подгорело. Я добавляю сюда щепотку соли для баланса вкуса. И также добавлю 1 чайную ложку экстракта ванили, чтобы сливочные колбаски получились с ванильным ароматом. Хорошо все перемешиваю и на среднем огне при постоянном помешивании готовлю молочный сироп. Сироп начинает закипать, и теперь надо быть очень внимательными, так как он может убежать. Если вы видите, что масса слишком сильно приподнимается, активнее ее перемешивайте и сделайте тише огонь. Можно слегка приподнять кастрюльку. Вот с такого момента активного закипания сиропа варить его надо примерно 10-12 минут или до температуры 118-120 градусов. Масса начинает густеть и появляются вот такие карамельные хлопья. Температура у меня сейчас 118 градусов, и я снимаю кастрюлю с плиты. Продолжаю немного перемешивать, так как сама кастрюля еще горячая. И теперь массу я сразу переливаю в железную миску. Не рекомендую переливать в стеклянную, чтобы она не лопнула. Масса очень горячая, и сейчас я ее буду охлаждать до температуры примерно 45-50 градусов. Я подготовила миску со льдом. Здесь у меня такая уже холодная вода. И теперь ставлю сюда миску с молочным сиропом, чтобы масса быстрее охлаждалась. Можно массу немного перемешивать, тогда процесс будет проходить быстрее. На данном этапе лучше уже перемешивать ложкой. Сейчас получается вот такая масса, как тянущаяся карамель. Итак, масса у меня уже достаточно остыла, и сейчас я начну ее взбивать. Взбиваю миксером с вот такими насадками для теста. Взбиваем до тех пор, пока масса перестанет тянуться, сахар начнет кристаллизироваться. И получится уже не тянучая вот такая масса, а молочная помада. Посмотрите, прямо на глазах масса начинает преобразовываться. Она уже не тянется. Все происходит очень быстро. Сейчас я массу взбивала буквально 7 минут, не больше. Она становится вот такая
консистенция помады. Видите, я ее беру, она уже абсолютно даже не прилипает. Произошла кристаллизация сахара. И теперь на этом этапе я начинаю постепенно добавлять кусочки сливочного масла, размягченного. Добавляю и перемешиваю. Немного все подберу со стенок миски, чтобы лучше все промешивалось. Добавляю оставшиеся кусочки масла. И теперь в нее добавляю измельченные орехи. Перемешиваю. В итоге получается вот такая пластичная масса. Я ее перекладываю на силиконовый коврик. И сейчас из этой массы буду формовать колбаски. Как видите, она сейчас такая получается очень пластичная. Массу немного надо помесить, чтобы она как бы слегка подсохла и чуть-чуть еще остыла. Пахнет такой сливочной карамелью. И если вы видите, что масса еще вот так растекается, еще такая более мягкая, дайте ей немного подсохнуть на столе. Тогда легче будет формировать колбаски. Также я подготовила еще немного орехов, измельчила их в блендере. Колбаски буду обваливать еще в орехах. Это не обязательно, если не хотите, можете этого не делать. Теперь я отщипываю немного массы, скатываю колбаску и обваливаю в орехах. Еще раз немного прокатываю. Можно прямо орехи выложить на стол, чтобы в них прокатывать. И уже сформованную колбаску перекладываю на пергамент. Можно выкладывать на силиконовый коврик. И таким образом формую все колбаски. В итоге у меня получилось 16 вот таких сливочных ореховых колбасок. Сейчас их надо оставить подсохнуть. Можно их оставить на столе, можно отправить в холодильник, как вам больше нравится, как вам удобнее. У меня, например, во Вьетнаме температура очень высокая, поэтому я колбаски отправлю подсыхать в холодильник. Сливочные колбаски несколько часов лежали у меня в холодильнике. Они хорошо застыли и подсохли. Друзья, подписывайтесь на мой кулинарный канал Люда Изи Кук. И обязательно включите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых рецептов. Хранить эти сладости можно в герметичном контейнере, либо в холодильнике, либо в морозильной камере, если планируете долгое хранение. Но эти сладости обычно съедаются очень быстро. Они такие нежные, очень легко отламываются. И очень легко откусываются. И, друзья, какие они нежные, сливочные, в них много орехов. Вкусно подать их просто с несладким чаем или с кофе. Это великолепно. А я желаю всем приятного аппетита и приятного просмотра. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.